когда мертвые возвращаются и начинают охоту на живых, этот ужас невозможно передать словами. Да. Этот молот выковали и зачаровали маги Харадримы во время войны греха. Когда их союз распался, молот передали ордену сестер, стерегущих дорогу на восток. С обычным молотом Чарси впустую тратит свое время и талант. Харадримский молот запел бы у нее в руках, и она выковала бы тебе доспехи, такие же непроницаемые, как Великое Око. Привет тебе. Охот за Харадримским молотом. Yeah.
не смогу нести больше. Oh!
Я не смогу нести больше. Я не смогу нести больше. Я перегружен. Добрый вечер. Thank you.
Доброе утро. Thank you.
Добрый день. Чего хочешь? Перегружен.
зловоние демонов. Да. Могу помочь? Поторгуем. Рада видеть тебя.
перегружен. Добрый вечер.
молота? Доброе утро. О, огромное тебе спасибо. Теперь я наделю один из твоих предметов магической силой. Огромное тебе... Чего хочешь? Очевидно, нам противостоит королева демонов Андриэль, которая поработила сестер-разбойниц и осквернила их древний монастырь. Сбываются мои наихудшие опасения. В древних хародримских трудах сказано, что Андриэль и другие малые воплощения зла когда-то свергли трех великих – Диабло, Мефисто и Баала – и изгнали их из преисподней в наш мир. Эта троица принесла человечеству неисчислимые бедствия, пока, наконец, ее не заточили в камни души. Появление здесь Андриэль может значить, что силы преисподней вновь объединились с Диабло и его братьями. В таком случае я могу только молиться за всех нас. Тебе надо убить ее, пока твари из преисподней окончательно не заняли монастырь и не закрыли нам путь на восток навсегда. Здравствуй.
медленная и мучительная голодная смерть в клетке. Come on.
больше. Могу помочь? Несомненно. Рада видеть тебя.
приветствую. Добрый вечер. Позволь напомнить, что мой караван сможет уйти на восток только тогда, когда монастырь будет освобожден.